До нас сьогодні завітала заступник директора Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій Алла Бормотова. Вітаємо вас. Здравствуйте. Поговоримо з вами про сім'ю, про створення сім'ї та про події, які відбуваються у вашому палаці урочистих подій. Що ж сьогодні відбувається, яка подія, що будемо анонсувати нашим телеглядачам? Ну, хочется сказать, что сегодня двери Дворца торжественных событий мы открываем нашим дорогим гостям, это многодетным семьям. И наш праздник называется «Счастливая семья, богатая страна». И он проходит как раз в канун Дня украинского семьи. Мы проводим вместе с Департаментом труда и социальной защиты населения. И на этот праздник мы приглашаем, почему многодетные семьи? Потому что на самом-то деле с семьи все начинается. И, скажем так, одна из целей этого праздника – это, конечно же, повышение авторитета многодетных семей. И чтобы наши граждане и наша молодежь действительно более осознанно подходили к созданию семьи и не боялись именно заводить деток, потому что есть вот такая поговорка, что с родины идет життя людины. И чем больше детей, тем более счастливая семья. И сегодня именно такие семьи, счастливые, скажем, многодетные, творческие, мы пригласили на наш праздник. А во время этого действия праздничного произойдет награждение двух матерей орденами «Мать-героиня», а остальные семьи, которые будут присутствовать на празднике, получат грамоты от городского головы. И почему еще символичным, что в канун Дня украинской семьи? Потому что действительно государственная политика вопросы семьи рассматривает как одних из приоритетных. Потому что ни для кого не секрет, что есть очень много определений семьи, начиная от такого определения, что семья – ячейка общества, и разные науки рассматривают вопросы семьи, это и социология, и психология, юриспруденция. Но действительно, вот наблюдая за нашими гостями, я как практичный психолог тоже общаюсь с разными семьями. Чем более счастлива семья, тем более гармонично в итоге общество. И поэтому государство поддерживает таким образом и многодетные семьи, поддерживает все семьи. И планируется действительно, мы знаем, что есть льготы для многодетных семей. Поэтому, наверное, очень важно не только в канун праздника, а всегда поддерживать такие семьи в течение года. А ось яка программа на святкування запланована у палаті урочистостей? Ну, во-первых, это будет поздравление, награждение многодетных матерей и плюс концертная программа в подарок от Дворца торжественных событий. Вот. Это будет такое вот камерное мероприятие, но тем не менее, я думаю, что все, кто придет на этот праздник, получат удовольствие и позитивные эмоции. Залетать на свято могут абсолютно все желающие. В принципе, больше здесь это целевая аудитория многодетной семьи, это именно гости приглашенные. Но если у кого-то возникнет желание полюбоваться дворцом, и действительно, 2017 год, он очень для нас значимый год. В этом году исполнилось ровно 50 лет нашему дворцу. Именно 50 лет в наших стенах расписываются люди. А уже с 2014 года мы поменяли статус, это уже Дворец культуры и торжественных событий. И поэтому здесь очень яркие проходят у нас праздники, проходят презентации и также проведение торжественной церемонии. Это остается изюминка работы нашего дворца. И что хочется сказать, что по большому счету Дворец торжественных событий, когда только-только мы неизвестно кому пришла такая очень, скажем, позитивная и уникальная идея передать этот памятник архитектуры именно для молодых людей. Но первое решение, которое мы нашли в архивах областных, оно датировано декабрем 1963 года. И название было вначале это «Дом счастья», потом это был «Дворец счастья». И на сегодняшний день это действительно дворец счастья, дворец любви, где соединяются любящие сердца. Вы сказали, что вы среди запрошенных семей будут творческие семьи. Чи будут они показывать какие-то такие творческие номеры? Сейчас концертная программа. Нет, это у нас есть праздник «Благословите женщину», где мы приглашаем именно целевая аудитория, творческие семьи, творческие. А сегодня все-таки самая главная цель – это поздравление и награждение. Сегодня все номеры будут самые для них. Абсолютно верно. Сегодня они будут принимать, чувствовать себя действительно главными героями сегодняшнего действия. Якщо до вас вже прийдуть готові багатодітні сім'ї, то хочемо поговорити про, можна сказати, нововведення, яке за мінімальний термін створює сім'ї у нашій країні.
Действительно, в этом году у нас появилась новая услуга, пилотный проект «Брак за сутки». То есть в этом году, в январе месяце, Минюс расширил еще этот пилотный проект на 8 городов, куда попал город Николаев. Я хочу сказать, что мы в городе Николаеве первыми начали проводить услугу «Брак за сутки». Проводим мы совместно с заводским отделом государственной регистрации актов гражданского состояния. Чем хороша эта услуга, она действительно пользуется спросом. Потому что реально без проволочек молодые люди могут сегодня подать заявление, а завтра они уже муж и жена. И что хочется сказать, что все атрибуты соблюдены. Если некоторые волнуют вопрос, есть ли наряды, есть ли цветы, все можно использовать. Цветы, наряды, шампанское, бокалы. Но можно просто без наряда, без шампанского, люди для себя делают вот такой праздник. И здесь самая главная цель, это же, конечно же, получение документов. И плюс, что молодые люди не ждут месяц. То есть у каждой свои задачи, у каждой свои цели, у каждой свои потребности. И поэтому кто-то именно пользуется такой услугой, брак за сутки. Но нужно сказать, что на сегодняшний день это подали 152 заявления. И считаю, что это количество достойное. И на самом-то деле только 27 из этого количества браки с иностранцами, потому что когда только речь шла об этом пилотном проекте «Брак за сутки», почему-то считалось, что большинство это люди, которые собираются выезжать, и что, скорее всего, это будут браки с иностранцами. Как видим, такая вот, скажем, внутренняя статистика говорит об обратном, что большинство пар – это все-таки наши горожане, наши молодые люди, которые просто решили воспользоваться такой прекрасной возможностью, как и такой хорошей услугой «Брак за сутки». Ваш палац культури дійсно можна називати будинком щастя. Ось завтра буде великий збіг, саме тому, що сімка – це взагалі щасливе число. Всі хочуть отримати свідоцтво про укладення шлюбу саме з цифрою 7. 7 липня, 7.07.2017 року. Мабуть, уже дуже багато заяв, щоб створити шлюб саме цього дня. Ну, я хочу сказать, что я в своей жизни уже переживаю такой второй свадебный бум. Я работаю во дворце уже более 10 лет. Первый такой бум на моей памяти был 7.07.2007 года. И вы действительно правы. Завтра мы тоже ожидается в нашем дворце аншлаг. Действительно, многие николаевские пары подали заявление на проведение торжественной церемонии, на регистрацию брака именно в этот день. Ну, три семерки считаются действительно счастливыми. Вот такая некая магия цифр. Это неудивительно, да, 7 нот. 7 чудес, 7 цветов в радуге. Ну, еще есть вот такая великолепная поговорка, да, на седьмом небе от счастья. И, скорее всего, пары, которые завтра будут соединять свои судьбы, сердца в нашем дворце, руководствовались такими, наверное, принципами, и, наверное, у них такое было желание. Но на самом-то деле это, конечно же, только наши предположения, потому что вот я, как практикующий психолог, могу сказать, что от даты на самом-то деле ничего не зависит. Все зависит от самих людей, от самой пары. Поэтому семейного счастья не ждут. Это так хочется сказать нашим молодоженам на всякий случай. А его они должны созидать сами, своими поступками, мыслями, чувствами, делами. И, конечно же, мне кажется, более символичным завтрашний день будет для пар, что они расписываются и создают семью в канун Украинского дня семьи. Этот праздник у нас молодой, всего лишь с 2012 года, но он уже, скажем так, набирает обороты, проходит всевозможные акции именно во всех городах Украины, в нашем городе в том числе. И вот сегодняшний праздник тоже посвящен Украинскому дню семьи, завтрашние мероприятия. Из завтрашних пар 10 пар именно подали заявление в рамках пилотного проекта «Брак за сутки». А остальные пары – это пары, которые уже заранее подавали заявление на проведение торжественной церемонии. И поэтому, действительно, скажем так, двери нашего дворца открыты для всех. А помимо таких свадеб, которые проводятся для молодых людей, для новобрачных, во дворце торжественных событий вы можете еще провести юбилейную дату бракосочетания. То есть дворец наш – он открыт для всех, начиная от самых маленьких, для которых мы проводим игровые программы, и заканчивая очень такими именитыми, с опытом людьми. То есть брак, вот мы проводили в прошлом году, пара 60 лет вместе. То есть, и поэтому, если ваши родные и близкие отмечают юбилей
супружеской жизни. Приходите к нам во дворец, мы создадим вам атмосферу унікальну для вашого праздника. Вашу команду дійсно можна назвати феями-чарівницями, які створюють сім'ї, і від вас, як ще від практикуючого психолога, хочеться почути деякі поради до молодих пар, які планують створити сім'ю. Ну, нужно сказати, що на самом-то деле самый главный фундамент – это любовь. Хотя многие говорят о любви, но любовь – это такая движущая сила, которая помогает действительно во многих отношениях. Но помимо любви, вот со штампа, скажем так, в паспорте, жизнь семейная только начинается. Это, конечно же, колоссальный труд. Потому что, как я уже говорила выше, все зависит от умений. Это таких можно назвать три кита в семейной жизни. Это, во-первых, доверие. А во-вторых, это, конечно же, соблюдение личностных границ, потому что создают семью два уникальных человека, каждый со своим жизненным опытом. И это не просто две половинки, а каждый уникальная личность. И поэтому соблюдение границ личности должно быть, мы уважаем и ценим друг друга. И третий такой кит – это если вы уже создаете семью, принимайте человека таким, каков он есть. Это, может быть, звучит как избитая фраза, но тем не менее, принимать здесь имеется в виду, что мы ценим и мы любим человека таким, каков он есть, и принимаем его со всеми его достоинствами и недостатками. Потому что, к сожалению, если сразу же ставить себе вот такую цель, что я перевоспитаю, переделаю, есть такая вот мудрая народная поговорка, если в жизни, по жизни идти с молотком, то всегда будут попадаться гвозди-гвозди. Поэтому старайтесь все-таки ценить, любить, уважать друг друга. Ну и так как наша встреча происходит в канун Украинского дня семьи, мне бы хотелось бы пожелать всем горожанам города, чтобы в их домах царила атмосфера любви, тепла, взаимоуважения, взаимопомощи, и, конечно же, счастья, и, конечно же, благополучия, и, конечно же, материального достатка, потому что мы сегодня не говорили о проблемах, которые могут быть в семье, но, к сожалению, на фоне счастливых семей, на фоне такого, скажем так, благополучия, очень много бывает таких вот социально-экономических проблем, психологических проблем. Но это, мне кажется, отдельная тема для отдельного разговора, для того, чтобы как бы не обращать все-таки праздничное настроение в канун Украинского дня семьи. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Бажаємо гарного проведення Українського дня сім'ї. Бажаємо дійсно натхнення і сил усім багатодітним сім'ям і взагалі сім'ям нашого міста та області.